Сегодня мы сравним все части легендарной серии мобильных игр и не только игр. Первая часть была браузерной игрой. Рекомендую вам подписаться на игровой канал AkArs. Здесь солидный мужчина делает стримы, где проходят различные игры, например, Metro 2033 Redux или Dead Island. Также выходят игровые видео на канале в своих стримах, и видео он рассказывает про различные исторические события, интересные факты, связанные с этим. Обязательно зайди и зацени его канал, ссылка в описании. Да, я говорю про бой с тенью, или как мы уже больше привыкли, Shadow Fight. Эта серия насчитывает 3 игры. Бой с тенью игра была в ВК и уже закрыта. Shadow Fight 2, любимица канала, это реально интересно, и ее, похоже, не собираются больше развивать, к моему великому сожалению, и выдавать годные обновления, и не только к праздникам, чтобы заставить людей донатить в игру. И, конечно же, Shadow Fight 3, самая ожидаемая часть игры, но уже отошедшая от канонов и фишек серии. Игра стала просто хорошим файтингом, с неплохим сюжетом и геймплеем. Какая же игра самая-самая? Какая игра лучше по вашему личному мнению? Предлагаю устроить голосование в комментариях. Кто за бой с тенью, пишите в комментариях хэштег «бой с тенью». Если ты за Shadow Fight 2, то пиши в комментариях хэштег «Shadow Fight 2». Если ты за третью часть игры, то пиши в комментариях хэштег «Shadow Fight 3». Через неделю я подсчитаю все ваши комментарии с хэштегами и подведу итоги народного открытого голосования в отдельном видео. И не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал и колокольчик нажимайте. Где-то в 2009-2010 годах студия Neki во главе с Евгением Дябиным возвращается к разработке «Бой с тенью» файтинга для браузеров и социальных сетей. Игра была сильно изменена под реалии веселых ферм в социальных сетях, но основная концепция не изменилась. Это были все те же драки с крутыми приемами и плавными анимациями. В игре реализовали бои между двумя игроками, карту с несколькими уровнями, небольшой сюжет и даже турниры. Чтобы участвовать в последних, нужно было заплатить внутриигровую валюту. Помимо этого, со временем разработчики добавили те неотъемлемые части Shadow Fight, которые потом появятся во второй части – боссы и оружие. Браузерная Shadow Fight вышла в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и некоторых других в 2011 году. С тех пор в нее поиграли более 50 миллионов человек, и я в этом числе. Согласно информации от Евгения Дябина, выступающего на DevGam в 2014 году, несколько лет назад игру закрыли. Даже создавали петицию, чтобы игру вернули, но ее подписали всего 24 человека. Shadow Fight 2. Создавалась настоящий мобильный бум. Игра вышла 26 марта 2014 года. После большого успеха обычной браузерки, студия Neki приступает к разработке игры «Бой с тенью 2», которая в итоге получит огромную популярность на смартфонах и планшетах. Надеюсь, и я, Максим Шубин, приложил существенный вклад в популяризацию игры благодаря своим видео, которые набирали миллионы просмотров. Основной целью для разработчиков было обеспечить глубокий интересный геймплей с длинным прогрессом и прокачкой. Игру хотели сделать одновременно хардкорной и простой. Игру в свое время успешно взламывали на игровую валюту, что невозможно было сделать ни в одной из других частей. И как по мне, это хорошо. Во второй части был отменный сюжет, который пришелся по вкусу более 100 миллионам игроков по всему миру. В игре был большой арсенал оружия, одежды, появилось метательное оружие, магия, подземелья, сферы, различные эликсиры. Конечно, в игре появилось подобие онлайна, но, к сожалению, без PvP. Судя по всему, на старом движке и вообще в этой игре сделать PvP режим было невозможно. Сюжет закончился, и игра стала умирать. Хоть и некоторое время развивалось подземелье и онлайн режим игры, но оно не смогло вдохнуть в игру новую яркую жизнь, как было с новыми обновлениями в сюжетной кампании. Сейчас игра находится в состоянии клинической смерти, в онлайне мало кто играет, игра уже не развивается и выходят только минорные обновления под праздники для новых донатов в игру. Shadow Fight 3 была самой ожидаемой игрой из этой серии. Понятное дело, после оглушительного успеха второй части и неплохих показателей, мягко говоря, первой части, накопилась большая база игроков, фанатов этой серии, которая отслеживала каждую новость о предстоящем релизе. Третья часть станет большим скачком для серии.
Во-первых, она выйдет на приставках, во-вторых, игра будет переведена в графику 3D. По моему личному мнению, благодаря этому игра потеряла свою главную фишку тени в игре, а также потеряла некоторую часть прошлых фанатов серии, но приобрела куда больше новых поклонников, любителей больших, но мало отличающихся от других игр. Обещают возвращение полноценного мультиплеера из браузеров игры первой части. Онлайн бои будут реализованы таким образом. По обе стороны сражения находятся 6 игроков, по 3 в одной команде. Они дерутся поочередно и все могут наблюдать за схваткой других. Также можно ожидать аналогичный кооператив, когда 3 игрока будут бороться с одним боссом и его приспешниками. К моему великому сожалению, Nike не придумали здесь ничего нового, взяв похожую идею с Mortal Kombat Mobile. Как говорит Джобс, думай иначе, хватит других копировать. Не бойтесь экспериментировать, ошибаться и создавать великое на века, а не гнаться за 5-секундным мейнстримом. В третьей части графика на совершенно новом качественном уровне. Игра вышла 16 ноября 2017 года. Игру хотели выпустить еще в 2016 году, но пришлось отложить выпуск на год, чтобы допилить игру до ума. Хотя сами они обещали ее выпустить именно в 2016 году. Игра сейчас неплохо развивается, появляются новые сюжетные обновления, главы. Кстати, игру разрабатывали не Nike. Они ее только издавали, а разработкой занималась студия Banzai. Все игры в серии условно бесплатные, с внутриигровыми покупками. Решать вам, какая игра лучшая в серии. Да, еще была, так сказать, нулевая часть игры Shadow Fight, самая первая концепция. Но ее я не взял в сравнение, так как она прошла почти незаметно, но зато посадила зерно для 3 новых крутых и популярных в свое время игр. Я напоминаю, кто за бой с тенью, пишите в комментариях хэштег бой с тенью. Если за Shadow Fight 2, то пиши в комментариях хэштег Shadow Fight 2. Если за третью часть игры, то пиши в комментариях хэштег Shadow Fight 3. Через неделю я подсчитаю все ваши комментарии с хэштегами и подведу итоги народного открытого голосования в отдельном видео. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и колокольчик нажимать. А с вами был Максим Шубин, канал Триинтересно. Скоро увидимся в новых выпусках.